добро пожаловать на мой канал. Я Жанна. И вот сейчас я иду по улице Августа, опять, да, в поисках метро. Где-то здесь должно находиться метро. Так, улица Виктория, по-моему, как раз на этой улице находится это метро. Сейчас мы посмотрим. Я иду. Руа Виктория, да, вот оно метро, прямо как и я видела на гугле, улице гугла, показали именно это направление. Значит, еще раз, это улица Руа де Виктория, если с Руа Августа, вот оно метро. Сейчас я до туда дойду и поеду. Сегодня я еду в самый большой торговый центр Европы, Коломбо. Заняло 15 минут. Есть такая поездка. Из метро сразу выходишь и, похоже, сразу выход на центр, это торговый центр. Вот сейчас по эскалатору я поднимусь наверх, посмотрим, как я иду. Куда-то я не туда пошла. Вот он. Мы едем. Да, похоже, это он и есть центр. Сейчас я выйду на улицу, посмотрим его со стороны улицы, как он находится, потому что это я зашла со стороны метро. Самый любимый транспорт в больших городах у меня это метро. Ну, не сказать, что самый любимый, но самый удобный. Да, да, я сейчас подойду. Это фонтанчик у нас. Можно также доехать и на автобусе, но самым удобным, конечно, способом метро. Где искать автобус? Вот я вижу автобусную остановку, но какие автобусы, не знаю. Советую на метро. Быстро, удобно, как обычно. И без всяких заморочек. Ну что ж, вот он, вид. Никак я не дойду до конца. Будет получше сделать. Так, я пока иду. Ура! Я в самом огромном центре Европы. Так, по крайней мере, говорят многие источники. Не знаю, насколько это правда, но именно в этом торговом центре находится более 400 магазинов разных марок и брендов. Я сейчас пройдусь, посмотрю. Конечно, наверное, не разрешат снимать, но, может быть, что-то я все-таки сниму. По крайней мере, аллейки магазинов я постараюсь снять. Так, более 400 магазинов, по-моему, более 60 ресторанов и 10 кинозалов. Вот так-то. Вот такой он большой, португальский, да, лиссабонский, европейский торговый центр. Вот он, Коломбо. Вот такой вот он. Две такие башни по бокам. Одна. Вторая башня. Я так думаю, наверное, там офисы находятся. Не думаю, что там магазины в этих башнях. Кто знает. Ясно, посмотрим. Ну что ж, так вот он выглядит снаружи. А сейчас я зайду и посмотрим, что же выглядит внутри. Уже снимаю внутри. Так, все знаки, конечно, на английском и португальском. Так, что у нас там есть? Я иду, наверное, не знаю, вижу глобуса там в самом центре. Хочу снять этот глобус. Ну, конечно, магазины. Что ж, я внутри, опять. Наверное, это самый центр, да, самое сердце этого
торгового центра Коломбо, здесь в Португалии, в Лиссабоне. В самом центре. Несколько этажей. Такой глобус. Мы видим, дальше тянется. Он тянется. Туда дальше. Тут этажи. Сейчас я там везде пройдусь. Посмотрю. Вот это. Sorry? Is it right to just this area? Yeah. Not the shop, but this area. Yeah. Yeah, I'm just doing this area. Так, сейчас ко мне подошел полицейский и сказал, что, ну, как я и говорила, снимать внутри нельзя, только вот можно вот эту зону, как я и сняла, но только не магазин. Эй, привет, снова, это Жанна. Я все еще в торговом центре Коломбо походила по магазинам, что себе не нашла, как обычно, померила несколько джинсов, все не подошло, все не то. Вот теперь решила немного передохнуть, выпить кофейку. Большой центр. Ну что ж, вот это третий этаж, вообще полностью с кафе и с фастфудов, очень загружен, просто так. Столько людей, шумно, много еды. Вот это я на третьем этаже. Как говорят, более 60 ресторанов здесь и фастфудов. А это вот мой капучино. Кстати, такой капучино стоит €35. Вот так. Ну что ж, на этом все. До скорых встреч.